Приветствую, друзья! Перед вами юкка. Я привезла эту юкку из Франции. Растет она у меня в открытом грунте. Был снег, но, видимо, ей у меня понравилось. Еще и такой росток. Посмотрю, что получится. Но пока видно, видите, не очень они жесткие. Буду наблюдать. Очень бы, конечно, хотелось вырастить эту юкку во дворе. Сегодня 27 апреля. Надоело мне смотреть, как мучается эта юкка. Видите, никаких сдвигов. И покажу юкку, которую высадила в сад. Вот так вот она выглядит. И посажу здесь же рядом эту юкку. Приживется, приживется. Нет, нет, что делать. Все мои попытки дать им новое место проживания ни к чему не привели. Теперь две юки будут посажены вместе. Закрою их банкой. И вот опять спрячу от моего пса. Уже не песик, а пес, потому что столько он мне плохого делает. И буду наблюдать. Сегодня 27 апреля. Вот так вот выглядит. У меня есть и другие юки, но это юка-путешественница. А юки, которые растут у меня, тоже прекрасны. Сейчас я вам их покажу. Это юка нитчатая. На этом месте она уже лет 10. Хорошо выглядит, хорошо перенесла снежный покров. А рядом у меня посажена вот такая там юка. Первый год она у меня. Этой весной я посадила и, конечно, буду наблюдать. Вот такая красотка юкка рядом с магонией. И вот юкка. Каждый куст радует. А какие юки растут у вас? Подскажите.